Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про итальянского брака. Итальянский брак или итальянская легавая считается универсальной подружейной собакой. Особенно часто охотники используют ее при ловле пернатой дичи. Помимо отличных рабочих качеств, эти собаки наделены высоким интеллектом и уравновешенным характером. Итальянские легавые – отличные домашние любимцы. Они очень сильно привязываются ко всем членам семьи, в которой живут. Брака, они считаются аристократами, то есть они такие вальяжные, спокойные, но при этом в полях они будут активны, ну, любят активный образ жизни, да. А дома это совершенно спокойная собака, обожающая лежать там на диване рядом с хозяином. То есть, ну, добрые, они добрые к людям, к собакам другим тоже. Ну, некоторые, так как это охотники, могут не любить кошек. То есть, ну, это тоже как приучишь. А так, ну, очень, очень воспитуемые, то есть обучаемые, умные, временами даже чересчур. Согласно стандарту Ростхолки, у собак породы итальянский брак может составлять от 55 до 67 сантиметров. Вес же у этих животных, как правило, колеблется от 25 до 40 килограммов. Шерсть у итальянских легавых короткая, плотная и блестящая. Итальянский брак – дружелюбная собака. При правильном воспитании и социализации с самого детства, во взрослом возрасте представители породы хорошо уживаются с другими животными и отлично ладят с детьми. Если собака растет с маленькими детьми, то есть они совершенно нормально, они хорошие няньки. В Европе их очень часто используют как канистерапевты, то есть они ездят с собаками в интернаты к детям, там, особенно с особенностями. И, то есть, ну, это такие универсальные собаки, то есть они могут заниматься спортом, как agility, конец кросс, то есть, ну, и многое другое. То есть не только выставки и охота, там, то есть прекрасные компаньоны, прекрасные семейные собаки. При уходе за итальянским браком особое внимание необходимо уделять регулярным физическим нагрузкам питомца. Итальянские легавые очень активные собаки, они обожают длительные интенсивные прогулки. Также при содержании итальянского брака важно следить за состоянием шерсти, ушей, глаз, зубов и когтей животного. Должны быть все-таки продолжительные активные прогулки, потому что это легавый, это охотник, им надо, ну, энергию свою куда-то девать. А, ну, как, ну, в среднем где-то 3 часа в день, то есть должны все-таки гулять. Уход за шерстью, ну, можно протирать, в общем-то, ну, щетками для короткошерстных, потому что в момент линьки они все-таки сыпятся, это короткошерстная собака. Кормление, ну, в общем-то, как у всех, могут есть сухой корм, могут натуралку есть. Как бы, ну, кому что удобнее, то как приучит. Средняя продолжительность жизни собак породы итальянский брак составляет от 11 до 13 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!